Очередной, уже второй по счету этап круглогодичной спартакиады физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Мусоргского района проходил в серии ДСАФ. И сразу поблагодарим работников этого небольшого, но все-таки стрелкового комплекса за предоставленное участникам новое оружие, которое позволило данный старт максимально приблизить к профессиональным стандартам. Сегодня на соревнованиях стреляют с винтовки МР-512. Это новая модификация старого нашего ИЖа советского, ИЖ-38. Расстояние 10 метров. Стреляют с упора. 3 пробных, 5 зачетных выстрелов. Зачет будет отдельно проводиться среди сельских советов и агропромышленного комплекса, среди женщин и мужчин. Порадовала и массовость турнира по пулевой стрельбе. Шутка ли, около 30 команд вышли на старт этого, согласитесь, требующего особой подготовки состязания. Наш клуб «Урожай» очень рад такому факту, что явилось.